Тесное сотрудничество между крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения ПАО «Кузнецов» и самарскими школами позволит ребятам определиться с будущей профессией. А руководство предприятия получит высококвалифицированные кадры, которых начнут обучать еще со школьной скамьи. Завод сейчас на подъеме. Здесь скоро откроют 8 новых подразделений и остро нуждаются в компетентных кадрах. Все современное оборудование связано и с компьютерными технологиями, и с проектированием в 3D, фактически с тем стандартом 4-й промышленной революции, к которому мы все сегодня движемся. Поэтому мы считаем о том, что подготовка наших специалистов должна начинаться не только с университета, она должна начинаться гораздо раньше. Мы рассчитываем о том, что благодаря совместно запущенной программе мы начнем ориентировать наших детей, наших будущих специалистов. Школьников ждут мастер-классы, экскурсии в цеха, встречи с топ-менеджерами, педагогов, стажировки. Уже выбрано 12 учебных заведений. Все они расположены близко от завода, на Безымянке. Но главное – это школьная программа, ориентированная на углубленное изучение математики. Ранний интерес к профориентации для школьников открывает множество возможностей. Они могут с самого своего детства начать разбираться в своей будущей профессии, в тех сферах, в которых они хотят связать свою будущую жизнь. И поэтому то, что делает это предприятие, это действительно важно. Мы можем увидеть то, как работают люди на этом предприятии, и понять, с чем им приходится иметь дело. Для решения стоящих перед страной задач необходимо повышать престиж рабочих профессий и готовить высококвалифицированные кадры самого юного возраста, подчеркивает и губернатор Дмитрий Азаров. В регионе реализуется национальный проект образования, инициированный президентом Владимиром Путиным, а именно региональный проект «Билет в будущее». Практические мероприятия, которые предлагаются нашим ребятам, учитывают возраст ребенка, учитывают его интересы, которые мы уже посмотрели в процессе диагностики, учитывают уровень его осознанности, а также с 2019 года учитывают и ограничения в силу особых возможностей здоровья. Программа поможет будущим инженерам окунуться в производство. По региональному проекту «Билет в будущее» уже более 20 тысяч учащихся из 292 школ Самарской области уже ответили на вопросы онлайн-тестов, кем бы они хотели стать в будущем. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.